Друзья, всем доброе утро. День сегодня прекрасный. Солнышко, будет жарко. Утром уже. Летняя погода. Ну, вот увидела такое интересное. Вроде бы трава издалека. Когда присмотреться, какой красивый полевой цветок. Когда присмотреться, красоту можно видеть во всем. Друзья, показываю, это тот помидор, который мы высадили. Я вам тогда сказала, что такой рассады мы никогда не видели. Я пальцами просто тогда замерила примерно и сказала, что высота этого ростка был 90 сантиметров. Но в действительности эта рассада была высотой с моего мужа. И вот сейчас я вам показываю. Верхушечка стоит зеленая, хорошая. А вот это ее стебель. Сейчас покажу издалека. Издалека. Вот здесь начало, и вот там конец. Вот это у нас такой, вот такой вот наш стебель. Мы его поливаем в земле, поливаем. И хороший такой. Может, зацветет раньше всех остальных, потому что посадили. Или, скажем, укрыли землей мы эту семечку в декабре. Ну, еще цветочков я не вижу. Посмотрим. Рядом помидоры те, которые мы высадили нормальной рассадой. А это рассадище. Ну и точно такой же огурец. Один, правда, огурец мы съели. Получился. Тоже высажена семечка в декабре. Это вчера мы его вынесли на грядку. Приболел. Посмотрим, как. Огурцы, они более такие болезненные. Посмотрим, что у нас получится с этим декабрьским. И инжиринки. Будем надеяться, в этом году попробуем. Клубничка завязалась. Такой салат называется горчица. Этот салат все прекрасно знаете, но без химии, но домашний без химии. Шпинат.